Всем привет, меня зовут Лина, и это Star Wars 2, который мы продолжаем. У нас тут удивительные приключения продолжаются. У нас есть световой меч, но Крей его почему-то не видит. Видимо, я все запорола. А разобрать предмет можно мне какой-нибудь? Силовая пика. Разобрать. Скрытность, ловкость. Огнемет. Дроиды, наверное, тоже надо. Куча датапатов. Расширитель скрывающего поля. У меня есть много пух. Три, восемь. Давай то, что не модифицируемо. Как минимум. И, собственно, да, там вырезан контент был, видимо, там что-то мне говорили, но тупо, короче, все обрезали. Очень странно, что попозже Obsidian просто не добавили, получается, возможность, ну, типа, DLC-шку, патчи выпустить. А, ну, хотя это же все было, скорее всего, на дисках, о чем я вообще говорю? Это часто со Steam можно патчи выпускать. Со мной хочешь поговорить? Как ремонт? Идет своим ходом. Ага. Вопросы? Никаких вопросов. Понятно. То есть он остается тут на ремонте. До этого у нас Крея была на ремонте, а тут он. Ой, на ремонте, да. Крея на ремонте, конечно, в медотеке должна лежать. Восстанавливаться. Старушку. Так. Господи, я испугалась, что я не включила запись, однако. А... Джедай часовой. Вот она серая, а она добрая. Давай, наверное, вот так. Заодно и оденем их. Из того, что наберем здесь. Хотя, наверное, надо было Крею взять с собой, но что поделать. Так. Насколько я помню из видений найти аванпост. Из видений, которые у нас были. Над Ксани мы прям реально много людей потеряли. А почему у меня красный? Почему у меня красный световой меч? Неловко получилось. Ну, он, типа, конечно, больше оранжевый. Можно сказать, что вы просто дальтоники, ребята. Врагам, которые будут на меня нападать. Типа, ты сит, у тебя красный световой меч. Я скажу, что это... По световому решению... ущемление. Скажу ай-яй-яй, они устыдятся и перестанут на меня нападать. Вот. Это план капкан. Кредиты? Куда ты побежала? Женщина безумная. Куда ты побежала и зачем? Есть новости. Бой в космосе все еще идет. Сенсоры ястреба только что засекли объект, направляющийся к Луне. Большая часть систем корабля обесточена, так что на этом у меня все. Тут корабль, впрочем, мог сесть неподалеку, а мог и на другой стороне Луны. Тебе, видимо, придется готовиться к очередному теплому приему. Вот этому, да? Вот этому теплому приему.
Кто тут стоит вообще? А, тут робот просто такой чилит. Понятно. Окей. Дистанционный дроид. Оставить его в покое. Ну ладно. Мы пока просто гуляем, изучаем и вспоминаем, что вот эти вот трупы, видимо, могли быть нашими солдатами, которые мы в прошлый раз направили на верную смерть, потому что это было необходимо, потому что нам приказал это Реван, которому надо было победить мандалорцев. То есть это такое необходимое зло. Но такое себе. Это все, конечно, очень трагично и печально все равно. Скелетообразный труп. Бой на орбите как раз закончился. Этот полковник Тобин разбередил гнездо. Я занят ремонтом, мне придется разобрать часть систем, включая сенсоры. Тебе придется пока без меня обойтись. Я знаю, что ты крашит. Я знаю, ты в печали, видимо, да? А, я вспомнил, у нас же Крея как раз типа от Сатоном что-то делала. Ага. Это я, видимо, силой что-то увидела. Врагов? Я теперь и так могу? Она там что-то про Атона знает, и про Атона в итоге как-то на него повлияла. Здрасте, давайте вы не будете на меня нападать. Ты нас очень хорошо погоняла, человек. Этот бой наверху — твоя работа. Наш корабль здорово поврежден. Брось оружие. Наградные за тебя еще больше, будь ты живьем. Кто вы? Дизантиш Жак. Ты слышал о семье Жагов? Охотники за головами. Очень знаменитые. Не, никогда не слышала. Твое невежество несущественно. Скоро ты просветишься. Почему вы за мной охотитесь? Биржа выставила награду за твою голову. Очень большую сумму. Бой в космосе, но за ничего не я. Твой кругозор узок, человек. За эту битву ответит ты. В некоторых смыслах мы делаем тебе одолжение. На Андероне тебя ждет холодный прием. Что ты имеешь в виду? Ты попала в поле зрения кого-то очень могущественного. Он хочет твоей смерти. Но теперь тебе об этом не стоит беспокоиться. Давай сделку. Мы, Жаги, очень хороши в заключении сделок. Но не тогда, когда заключение одной требует нарушения другой. Это заняло достаточно времени. Давайте стрелять по ним. А давай нет. Она отбивает вибро мечом, да? Короче, первый световой меч универсальный. Второй только против силы. Третий, по-моему, защитный. Я запомнила только вот эти вот два. Универсальный против силы и, по-моему, защитный против бластеров. Что они все коснутые какие-то. Окей, так. Тут ничего такого нет. Обломки есть. И труп есть. Замаскированные мандалорские противовоздушные турели сбили нас вне зоны посадки. На нас из джунглей пошли звери, и мы потеряли половину личного состава. А остальные молотят с мандалорских огневых позиций. Мы в западне отрезаны от командования, звуки пальбы не стихают уже который час. Где же эти чертовы джедаи?
ну как тебе сказать? Ой, еще дождик идет, да? Вот это вот все. Молнии херачат. Короче, я куда-то иду, я не знаю куда, я просто иду. Джунгли Дексана. Ага. Но я не исследовала все остальное. Но имеет смысл вернуться и доисследовать. Просто ради экспы. Почему тут вот эти вот дроиды дистанционные стоят? Вероятно, они в скором времени будут активированы и дадут нам проораться. Интересно, конечно, сделали локацию. Куча трупов, куча обломков. Надо было сюда брать Крею. Но я решила побегать с новой тетей. Ой, останки. Так, останки где? Вот останки. А вот типа зрение сила, что дает? Прикольно. Короче, мне надо разговаривать со спартийцами. Таким образом, я что-то буду делать, себя как-то развиваться. Ревен говорит, что мы должны взять Дексан. Нашему крылу военных дроидоносцев велено лететь ниже и сбросить груз на этой зеленой луне. Как дроиды коснутся почвы, они разыщут базу мандалорцев и проложат нам путь для наземной пехоты и джедаев. Мы ожидаем серьезное сопротивление. Если дроиды не вынесут противовоздушные турели, миссия выдастся коротенькая. Но нам нельзя проиграть. Если так, то республика будет потеряна. Запчасти, компоненты. Починить. Дистанционные. Так. Здорово, спасибо. Перезагрузить. Я уничтожила всех дроидов. Оно само сломалось. Что-то сделала, короче, что-то я сделала, что-то натыкала, перетыкала. Ничего, меня жизнь не учит, все еще я все еще тыкаю, перетыкиваю, да? Возможно, можно было починить этих дроидов. Но этого мы уже никогда не узнаем. Останки. Очная граната. Так, еще в этот закуточек, и потом пойдем в джунгли.
Со световым мечом, конечно, жизнь стала намного веселее. Ага, мы просто кругаля навернули и чисто экспу получили. Я вообще не против. Окей. Ну, теперь поехали на зов джунглей. Я не молчу, я наслаждаюсь видами. Как трава расступается передо мной. Как остаются следы на этой болотистой местности, укутанной низким туманом. Как не двигаются большие деревья. Двигается только трава. Щебечут птички. И рачит гром с молнией. Красота. Поехали в джунгли. Вы дали кораблю уйти? С вашей неудачей разберусь позже, капитан. А пока найдите этот корабль. Наш союзник указал, что джедай еще не покинул систему. Отправьте отряд на Дексан. Если что-то найдете, сообщите немедленно. А теперь прочь, мои глаз. Ок. Мы тут пока потихонечку флору и фауну убиваем. Нормально. Мы просто потом привезем сюда флору и фауну получше. Не обязательно наблюдение, цели взяты. Назойливое цитирование. Давай же приступим к налаживанию связей. Цитирование и осуществим ликвидацию враждебностей. Чего? Нахерачить сразу же по всем, да? А вот не могу херачить, ничего не могу сделать. А что я сделала только что? Я проиграла, да? Спасибо. Ну, сразу, чтобы не тратить. Время. Да я как-то что-то завтыкала маленечко и задумалась. Надо было всех пробафать и не выебываться. Простите меня за мат. Кис. Нет? Ну ладно. Так. Ой.
Так, а теперь херачим. А вот эта вот дамочка, и нам надо что-то сделать это. Она, кстати, агрессор. Внезапно. Агрессор померла. Кек. Мне надо собаки меня калят. Ой, я сейчас помру. Здорово! Собаки меня эти бесят, как меня они бесят, 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 собаки меня бесят. Так, короче, в этих я кидаю. У тебя скорость укрепить тебя. Так, ты. Аура силы, наверное, и скорость давай. А чё она так вообще лихо-люто проседает? Да куда ты, блядь? Давай. А, померла! А, просто померла. А что-нибудь будем сегодня делать? Постоянно забываю, что надо на себя кликать. Сину эту убей, пожалуйста, убийся до меня. Еще одна псина. А чё их так много бежит? Так. Минус. Только не агрись. Замечательно, спасибо. Вставай, краса! Минус медпакеты, что я наделала. Ты была такая... Вот, знаете, вот эта вот неловкая ситуация, то, что... Враги всегда такие сильные, когда против тебя. Но как только они переходят на твою сторону, они такие... Мя. Чё мя? Чё ты померлась? Лежит она, блин, там. Лицом в землю. Единяется с природой. Так сказать. Так. Видите, это тело мандалорского солдата, который был убит не более 3-4 дней назад. А как ты определила? Неизвестно, да? История умалчивает. Понятно. В дверь нам пока еще рано. Надо добить. А может быть что-то полезное? Схера ли ты вообще агрессор? Не надо мне тут агрессировать, я тут главный агрессор. Ага. Ой, не двигаться, мы тебя окружили. Удивлен, как далеко ты забралась. Обычно в джунгли добычу ты просто так не отпускаешь. Что ты тут делаешь?
А чё мандаворцы забыли на этой чертовой луне? Десятилетия назад мы взяли эту луну себе, перековав свою сталь после поражения Кзара Куна. Некоторые из нас назвали ее домом. А зачем ты сюда вторглась? Наш корабль потерпел крушение. Как мы ожидали, немногие самовольно посещают Дексан. У нас приказ сопроводить тебя в наш лагерь. Наш лидер хочет с тобой поговорить. А я еще не закончила осматривать. Иди с нами. Понятно. Ладно, ладно, ладно. Ну, раз зовут в гости, он бы и нет. Ты нарушитель? Наши датчики засекли ваши рукоблудие в космосе. Я Мандалор, предводитель мандалорцев. Я единственный мандалорец, который я видел, были лишь головорезами. Но многие мандалорцы сошли с пути чести и сейчас не более, чем простые наемники. Ведь за место. Это было сердце мандалорского военного натиска. Из этого комплекса мы командовали армадой, которая обращала республику в бегство. Но это время теперь прошло. Мандалоры хорошо сыграли с этими джунглями. Каждое мгновение здесь борьба. Все существа сходятся в постоянной войне за выживание. Единственная цель слабых – питать сильных. Мы здесь тренируемся и постигаем уроки джунглей. Похоже, твой лагерь видел лучшие времена. Лагерям под прикрытием не положено привлекать внимание. Поскольку народ Тандерона был завоеван нами, он все еще таит на мандалоров злобу. Так что мы держим свое присутствие здесь в секрете. Как попасть на Тандерон? У нас есть небольшой шаттл. Я время от времени летаю. Но если хочешь со мной, тебе придется доказать, что ты того стоишь. Как? Да, реши сама. Заряды сдетонировать, хорошо. Вскрыть вход в потайной схрон. Ага. Республика пыталась раскопать схроны, но ничего не смогла сделать, потому что были подарки. Короче, он такой: хочешь со мной? Окажи нам услугу. Лабораторная станция. А у меня недостаточно, да, вообще ничего. Бам. А у меня нет ни химикатов, ничего. Абсолютно. Я бомж. Я пошла, да, все. Не обращай внимания. Понятно, нас развернули от закрытой двери, сказали, что ты делаешь. Хорошо. Так, и сказали, чтобы я побыла полезной. Сказали, чтобы я побыла полезной и помогла им чем-нибудь. Я побуду полезной, но только после того, как облутаю весь их лагерь. Никогда не думала, что я буду жалеть, что я не слетала на планету и не закупила там всего. Даврел. Привет. Ты кто? Даврел, мандалорский воин.
типа, нам предлагают здесь подраться, да? Алло. Алло, алло. Это был вырезанный контент, да? Ну, он просто был 18+, ребят. Он был настолько непотребным, что мой ОБС его только что не пропустил. Угу. Этот мандалорец был слишком крут для меня. А вот и химикаты подрезали. Подъехали. Верстак. Я думаю. Блин, точность рукопашной, такое ощущение, как будто может пригодиться. Вот этот лудокреш мне, по-моему, не нужен. А еще я, походу, могу датапады все разобрать. Но мне так жалко. Они писали, они старались. А я возьму и все разберу. Модифицировать. Я еще не нашла никакой энергокристалл. Угу. Ну, короче, нам дали задание, видимо, да, и нам надо его выбрать, с кем драться. Ты не такой агрессивный. Так. Другой вопрос, как мне отсюда выйти? Вот так? Нет. Через вот это, наверное, да? Угу. Заперто. А, как отсюда выйти? А, налево. На карте кекс. Интригует. А, я не дошла. Меня заманили сюда утром, но я до сюда не дошла. Кто ты такой? Короче, надо найти какого-то кукса. А еще тут, походу, надо что-то починить. Что за проблема? Давай, помогу. У меня Баладур есть. Да, давай. Ой, простите. Короче, мы хотели помочь починить.
Мужчина, что ж ты делать-то будешь? Простите, спасибо. Вот. Надо найти чувака, починить штуку. А еще тут есть кекс. Что у тебя есть? Нет, пакеты. А еще все, да? А что у меня? Подождите. У меня 1200. То есть у меня в целом так-то и... У меня нифига нет. Давайте. А я могу сейчас денег подрезать прям хорошо. Прям я могу подрезать прям денег, будь здоров. Я, конечно, об этом, скорее всего, пожалею в скором времени, но... Датапады ничего не стоят, а это у нас компоненты, да? У нас компоненты 3, 8, 4, 7, 1, 10, 2, 12. Ну, как минимум, я могу броню, наверное, продать. Потому что если б я могла надеть эту броню на кого-нибудь, я б тут не сидела, блин. Ну или ладно, или нет. И это все для того, чтобы накупить хотя бы чуть-чуть медпакетов. Так. У тебя какая-то проблема? Окей, что-то я накупила, что-то я продала. Балдуру. Я точно все дала, что могла. Кстати, он может надеть. А чё? Нет, мандалорский бойцовский костюм, конечно, хорош, но маловат. Давай мы попробуем тогда... Это что такое? Так. 4, 7, 3, 8. Сбалансированные. Сбалансированные. Ага. И нам бы что-нибудь такое тяжелое, наверное. Или нет? Ладно. Так. Холодное оружие. Короче, мандалорский костюм, все вот это вот, я могу чисто продать.
Продаваемая. Может быть, у нас будет... Что за негациан биржи? Физический урон 1-1. Что я говорила? А, я говорила про то, что может быть у нас еще будет кто-то, которому надо что-нибудь то. Но нет. Потом разберемся. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги, поэтому вот так. Хорошо, что мандалорцы на нас не нападают. Это радует. Мандалорцы не нападают, а вот кеннеки нападают, блин. Что, с двух сторон, походу, да? Всех животных встреченных убиваем. Примечательно, что джунгли тут какие-то подлунные прям. Ба-ба-бам, ба-ба-бам, пара-па, пара-пара-па. Пара-пара-пам, пара-пара-пам. Я знаю, что поджимает время. Не торопите меня, ребят. Сейчас, я хочу вот этот закуточек познать. И закончить. А чё закуточек-то такой долгий? Реально джунгли, короче. Надо прокачать какой-то один удар и его использовать, видимо. У меня все удары не прокачаны, и я радостная. Сижу с ним. Ага, детонатор. Давайте сдетонируем. Нажать на кнопку. Кек. А? Ага. Восхитительно. Женщина не может лечиться. Ой. Куча животных на нас тут напала. В итоге из-за того, что мы это все сделали. Понятно, почему Мандалор не хотел сюда приходить. Он дрожит уже от страха. Мы всю стаю перебили. А, взрывная ситуация. Вы подорвали вход, и заряды взрывчатки взбудоражили живность. Так. Снаряжение молодого мандалорца. И... Ага. Короче, нам нужно прям помогать мандалорцам, видимо, здесь, да? А еще у меня... Уровень.
Убеждение, обработка ран, взлома, компьютеры. Умение. Так, два оружия у меня есть. Броня. Блин, ну у меня смысла особого нету в броне, потому что у меня на навыках всегда написано, типа, блокируется броней. Смысл мне тогда броню делать? Эмпатия, убеждение. Убеждение, бдительность, обработки ран. Ремонт, взлом. Закалка. Закалка вот хороша. Холодное оружие. Защита джедая. Ага. Это выстрелы. А это... Качкам урона, точно. Драки на дуэлях. Одноручное оружие. Восполнять, взрывчатка, ремонт, точный выстрел. Короче, очки здоровья. Способности. Давай к скорости. Вот. Такие вот у нас дела получаются. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Вам буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.